Три семерки МММ или три единицы ССС. Эти и другие комбинации символов на автомобильных номерах казахстанцы смогут не только свободно выбирать, но и заказывать. Такой шаг навстречу водителям страны предприняло МВД. Поправки вступят в силу 23 октября. Сегодня такие госзнаки можно приобрести только если они есть в наличии. Чем еще министерство готово порадовать казахстанских водителей, расскажет Тимур Казагулов. Номерок блатной «Три семерочки». Именно такие номера в народе, как и в известной песне, ассоциируются с успехом и авторитетом его владельца. Не секрет, что большинство автолюбителей страны к цифрам и буквам на госномерах питают особую страсть. Однако, если сегодня красивую комбинацию в спеццонах можно приобрести только при ее наличии, то уже с 23 октября водители смогут сами как выбирать, так и заказывать автономера на свой вкус. Если вы выбираете буквенное обозначение повышенного спроса, это три одинаковые буквы, то вы вправе выбрать цифровое обозначение, любое, то есть в зависимости от фантазии услугополучателя. Это плановая работа по оптимизации и по совершенствованию оказания государственных услуг граждан. Конечно, свобода выбора не коснется буквенных комбинаций, ненормативной лексики, отмечают в МВД. Ценник красивых номеров, к слову, не возрастет. Кроме того, в случае продажи авто регистрационный знак владелец может оставить у себя до полугода. Увеличен срок хранения до 6 месяцев с 30 дней. И сделана оговорка, что до 30 дней, если вы изъявили желание присвоить на новое транспортное средство ранее, был зарегистрирован за вами госномер, этот госномер выдается бесплатно. Вы не оплачиваете госпошлину. Автолюбители таким новостям только рады. Пускай, да, может, кому-то это интересно, может, кому-то это удобно, мне без разницы. Это очень хорошо. Если раньше я вот машину менял, я месяц ждал, в течение месяца у меня номер мог пропасть. А теперь я могу в течение полугода выбрать машину и опять получить свой номер. Я очень рад этому. Почему? Потому что сейчас даже просто номера взять, это очень трудно. Там сейчас такое, сейчас выбираем номера, а некоторые люди просто покупают их. Сделали так, что МВД сейчас на встречу простым людям пошли. Полгода хранения, это вообще какое-то чудо. Лидер Ассоциации казахстанских автомобилистов Руслан Лазута, между тем, напоминает, такие нормы уже давно применяются во многих странах мира. Никаких привилегий водителям нововведения не добавят. За красивыми номерами стоит не более как желание выделиться. Абсолютно никаких преимуществ нету. Это наше все. Поэтому огромные джипы, красивые ГРНЗ – это то, что нас отличает во всем мире. Я, в общем-то, не удивлюсь, что в скором будущем уже будут номера, так называемые именные номера. Ну, к примеру, Руслан, Лазута, либо просто Лазута. То есть это правильно и давно это необходимо принимать. Есть просто, должно быть предложение. МВД старается быть в тренде, отмечает Руслан Лазута, поэтому вдобавок в стране отменят и сверку. Отмена осмотра автомобиля при первичной регистрации станет еще одним шагом в сторону минимизации участия человека и автоматизации услуг. Тимур Казагулов, Юлана Чаус, Марат Кураков. Итоги дня.